давайте, Юлия Викторовна, расскажем о том вообще, что такое патология, потому как это относительно новое направление, которое сформировалось в последние годы в дерматологии, в эстетической медицине, и немного о том, что это за специальность такая. Да, патология – это наука о стопе. Кто такой подолог? Подолог – это специалист, в первую очередь, который занимается проблемами стоп на уровне только стопы. Но зарождалась профессия в Великобритании, сейчас немцы ее активно с ней работают, да, и даже в Германии подолог – это мастер аппаратного педикюра, получивший образование в Германии именно в колледже, не в высшем учебном заведении, и вокруг него большой штат врачей, который помогает работать с ногтевой пластиной в зависимости от внешнего состояния организма. То есть здесь флебологи, дерматологи, эндокринологи и много-много врачей, которые связаны именно со здоровьем человека. Да, мы все знаем и все говорим о том, что здоровье ногтей, здоровье кожи и волос – это все зеркало нашего организма. Вот. Поэтому подолог занимается непосредственно только ногами. Очень тонко – дерматологическом уровне, хирургическом уровне, флебологии – все только ножки, ну, также с инфекциями. Очень часто на приеме это люди, страдающие сахарным диабетом, потому что патология основывалась на людях, больных сахарным диабетом, для различия разных деформаций стоп у этих больных, для изменения движения за атрофическими изменениями на коже стоп и так далее. То есть диабетик всегда у нас на приеме, просто хотя бы на осмотр. Да. С вами обязательно перейдем к одному из показаний, да, которые часто, вот с чем часто обращаются пациенты. Юлия Викторовна, давайте начнем с, наверное, есть общие показания, и мы разберем частности, да. То есть давайте сейчас поговорим, чтобы у нас структурно получилось, про вросший ноготь. Я даже сейчас найду картинку, чтобы у нас зрители тоже понимали, да, что это такое. Вот можно, опираясь тоже на эту картинку, объяснить? Да. Вросший ноготь – такой недуг, который происходит за счет врезания ногтевого аппарата, ногтевого полотна в мягкие ткани боковых валиков. Вот такое определение вросшего ногтя существует. Причины. Причин может быть множество. И на самом деле узнать правильное составить лечение в первую очередь это найти причину вросшего ногтя. Здесь может быть ортопедическая причина, посттравматика, давление на определенные зоны ногтевого аппарата. Это могут быть инфекции, это могут быть виды у них дистрофии различные за счет скручивания ногтевого аппарата, вторгается в боковой валик ногтевое полотно. И это очень часто генетический уровень. Генетический уровень на фоне изменений генетического характера, такие как были у мамы, у папы, и очень часто, приводя деток в кабинет, мамочки говорят, что сама или папа всю жизнь я мучаюсь с этой историей. Как же работает патология в данном случае? Стоит различать два вида вросших ногтей. Это вросший ноготь, который имеет раневой процесс, гипергрануляцию ткани, изменение кровянистого выделения. И есть изменение скрученный ноготь, который называется, который не имеет раневого абсолютно процесса. Вот если мы видим скрученный ноготь, здесь присущи методы ортодонксии. Метод ортодонксии – это корректирующая система. Была изготовлена дантистом Россом Фрезером в Германии и прекрасно практикуется. Да, вот на картинке сейчас как раз на верхнем серединочке – это скоба Фрезера. Это самый старый, самый универсальный, самый лучший метод коррекции вросшего ногтя. На раневой процесс, соответственно, мы сразу не поставим брекет, потому что необходимо снять покраснение, убрать воспаление, да, и далее, какой бы ни был предмет
медицинского характера, пусть это и медицинская сталь, титановая проволока, но это инородный предмет все-таки на ногти. Поэтому если это ранний бой, процесс первый, да, степень, мы убираем сначала воспаление, снимаем. Как происходит это в подологии? Здесь никто краевую резекцию не делает. Скажу сразу, забегу немножечко в сторону, отбегу. Краевая резекция в хирургическом, да, кабинете очень часто, в 90% случаев, она рецидивом обратно происходит, да. И потому что ни один ученый мира абсолютно еще не доказал, докуда зона матрикса прорастает. Вот, она может быть в зоне лунулия находиться, может ниже быть, и это не врач плохой, не хирург, да, это просто мы не сможем до конца, это слепые операции происходят, это живые кровянистые ткани, вот, и просто чисто из-за того, что не видит специалист, доктор не видит, да, слепую операцию, он не убирает до конца сегмент. Здесь, в подологии, мы убираем краешек сегмента, абсолютно безболезненно, очень аккуратно. Мы работаем без анестезии. Детки выносят такие процедуры. Все очень аккуратно, и вместе с пациентом на данном этапе мы разговариваем, мы спрашиваем ощущения, мы убираем аккуратно краевой сегмент в роще, который вышел. Хочу сказать, что у нас очень аккуратные и очень тонкие щипцы, все инструменты немецкие, которые позволяют абсолютно не ранить дальше кожу. Такие же пинцеты, убирается сегмент. Несколько дней пациент находится дома, у него домашний уход, перевязки, мази, все пишем абсолютно. И через 10 дней мы устанавливаем корректирующую систему. Корректирующая система вот такая, если крючковая, металлическая, носится до года, потому что ноготь растет год. Результат вашей работы, да, здесь в роще ноготь, правильно? Да, и это в роще ноготь. Да, за какой период вы результат получили? Вот до такого уровня, то есть ногтевой аппарат видно, что справа еще не до конца сформирован, прошло 8 месяцев. Угу. Прошло 8 месяцев, плюс еще здесь присутствовала флора условно-патогенная. Да, здесь работа еще дерматолога ведется параллельно. Сейчас ногтевой аппарат уже полноценный, пациент ходит без скобы. Вот, в комплексе работали дерматолог, мы, ну, угу. Пациент, это очень важно. Да, Юлия Викторовна, когда у пациента есть такая проблема, как вросший ноготь, это все-таки хирургия или это можно убрать, скорректировать с помощью подолога? Сейчас вот. Уже однозначно это не хирургия. Сейчас уже проводится безоперационная коррекция вросшего ногтя в кабинете подолога. Без хирургов абсолютно. Если я вижу панорицы, который уже объял ткани вокруг, да, в двух боковых валиках и вышел в кутикулу, он у меня уже идет в мягкие ткани, естественно. Есть только два показания для удаления. Это панорицы и там еще очень сложная хирургическая тема, тоже воспалительный процесс. Вот. Больше ногти уже не удаляют. Уже все очень аккуратно делается, безболезненно в кабинете. Угу. Так, следующее одно из показаний – это грибковые заболевания ногтей и прилегающей кожи. Угу. Давайте сейчас об этом поговорим. Амикоза. Есть такое мнение, на самом деле оно доказано, что не существует грибка ногтей без грибка кожи. То есть на коже есть, на ногтях есть, значит, на коже однозначно есть. Соответственно, что может сделать подолог в кабинете? В этом случае точно, обязательно мы работаем с дерматологом. Если ногтевая пластина, во-первых, мы осматриваем ногтевое полотно, насколько оно поражено, изменено, да, больше половины. Естественно, обязательно мы берем анализ микроскопии. Никто на взгляд, просто на осмотр не определит, есть ли грибковые, потому что очень много существует видов ониходистрофии, связанных с внутренним состоянием организма. Так, вот. Какая наша задача подолога? Наша задача в кабинете вычистить настолько ногтевой аппарат, убрать все нестабильные участки ногтевого аппарата, которые уже...
который уже покушал гриб, скажем так, вот, не удаляя полностью ногтевое полотно. Дерматолог назначает лечение. Будет ли оно системным или местным, об этом говорит уже участок ногтевой пластины, насколько он прожжен. Вот. Но скажу точно, что очень часто мы справляемся при помощи наших в арсенале средств. Плюми содержит в себе 6 компонентов, там микотический препарат, стимуляторы роста, витамины в этих каплях, и терапия очень часто успешна. Поэтому подологи с лечением онихомикозов при помощи именно компонентов подологического характера. А дерматолог результатов подологических вот этих вот препаратов недостаточно. Ни ногтевого аппарата никак не лечится. Здесь мы можем только эстетику проводить, обработку, чистку ногтевого аппарата и местное лечение, направленное на изменение флоры ногтевой пластинки. Вот. Такая история, которая содержит все плюс ряд хронических заболеваний, к сожалению, неизлечима. Грифозы, которые есть, наверное, видели многие наши зрители, такие большие ногти, крупные, такие круглые, они называются грифоз, потому что как ногти у птиц хищных, вот, они не поддаются лечению. Сейчас своими мыслями, да, я придумала несколько корректирующих систем. У меня было 3 пациента, я пробовала исправить микозное, грифозное состояние ногтевых пластин, они успешно закончились, но это очень долго. Здесь пациент должен понимать, что примерно до 2,5 лет он ходит с корректирующими системами, как на зубах брекеты носятся длительное время, здесь также не год, а года 2,5-3. Вот 3 пациента были у меня в практике, мы пробовали, получилось. Здесь корректирующая система была изготовлена уже с мной лично, не из проволоки. Да. Так, а вот эта работа? Вот, интересная работа. Это работа с псориазом. Пациент в анамнезе имеет заболевание псориаз, который лечение получает, да? Также мы проводили чистку анихолизиса, пустоты вот этой. Здесь были добавлены капли, подокапли, которые содержали в себе масло зародышей пшеницы, которые стимулируют здоровую клетку, рождает здоровую клеточку и дает прирастание. И коллаген, аркада, капли. Вот. Но это хроническое заболевание, которые неизвестно, как завтра выстрелят. Да? Мы вырастили абсолютно ногти этому пациенту, но через неделю-две она ко мне пришла на повторную манипуляцию, и ногти опять все отслоились. Угу. Вот здесь. Онихомикоз. Угу. Онихомикоз, чистка была проделана. Дерматологом назначена системная терапия. Мы видим, что ноготь поражен более чем на 1/2 часть. Дерматофит был обнаружен, вычищалось полностью, тотально все. Пациент боли не испытывал за счет того, что у нас аппарат со спреем, он отвлекающий маневр такой дает, охлаждение. И очень приятная процедура, абсолютно никаких неприятных ощущений не дает. Восстановлены сейчас на данный момент ногтевые пластины уже абсолютно полностью, на 100%. Угу. Микоз. Следующее показание – это на топтыше. На топтыше. На топтыше, как и все любые ороговения на коже стоп, появляются не просто так. Это места давления. Кожа нормальная, здорового человека, она будет защищаться от давления, от нагрузки, от прыжков, от постоянной какой-то физической нагрузки. Если мы видим
натоптыши, мозоли в нестандартных участках. Вот, например, как здесь на пятке. Не по кантику пятки вокруг, а где-то в середине. Да? Это может быть местом какого-то трения определенного в обуви. Если мы видим на зоне плюсной, это сверху под пальцами мозоли, вот здесь вот присутствует натоптыши, это, скорее всего, говорит о продольном плоскостопии. Поперечном плоскостопии, поперечном, да, простите, и на косточке первого пальца тоже говорит о поперечном плоскостопии. Всегда нагрузку нужно распределить правильно. Мозоль убрать – это секундное дело. Это в кабинете у подолога 15 минут с помощью нашей супермашины и определенный корректирующий пластырь, который не дает дать нагрузку на эту зону. Но без ортопеда здесь мы не справимся. Через дней 10-15 пациент вернется к нам снова с таким же натоптышем, как и был. Очень часто натоптыши путают, да. Очень часто натоптыши путают с бородавкой. Скажу сразу, что в зону ороговения, в зону натоптыша очень часто присоединяется ВПЧ. Травмированную кожу флора садится очень быстро. Бородавки бывают разных видов и также содержат в себе грибковую микрофлору. Вот. И очень часто на приеме, подчищая натоптыш, мы видим внизу сосудистые изменения, капилляры, которые говорят нам о том, что это бородавчик. Вот. На данном рисунке диабетик, человек с сахарным диабетом. Женщина старше 56 лет, обрабатывалась натоптыши за один прием. Вот такой результат. С помощью немецких колпачков, лукоса мы работаем, убирается, никаких кератолитиков, размягчителей использовано не было. Это просто правильная скорость аппарата и хорошее оборудование. Ну, отличный результат. Друзья, я вижу, что некоторые вопросы дублируются. Я сохраняю предыдущий эфир, поэтому... где-то, я думаю, минут через 10, после того, как мы обсудим нашу основную тему, мы перейдем к ответам на ваши вопросы. И за самый интересный вопрос, по мнению нашего специалиста, мы подарим мини-наборчик от Гиволь. Поэтому можете и здесь задавать вопросы, но стараюсь, у меня есть вот телефон на всякий случай, зачитать вопросы, которые нам пришли. Ведущий прямой эфир у нас по техническим таким неурядицам. Мы подошли, у нас сейчас второй раз получился эфир. Так, мозоли. Часто обращаются с мозолями? Часто обращаются с мозолями. Называют их по-разному. Говорят администраторам, что это шпора, хотя пяточная шпора существует, только она на косточке возникает, поэтому здесь стоит уточнять при записи пациента, да, что вы видите на своей коже. Вот. Еще разными народными называют словами, выражениями. Здесь изображены стержневые мозоли на картинке. Стержневая мозоль появляется при точечном давлении на одно и то же локальное место. Постоянно. Она прорастает глубоко в кожу, глубоко в дерму и достигает сосочковых слоев, там, где нервное окончание, и поэтому создает острую боль, как иголочкой. А здесь также аппаратом, без хирургического вмешательства, без анестезии, полностью опираясь на чувствовать, на ощущение человека, мы проводим процедуру при помощи мелких боров и маленьких иголочек, которые у нас есть также, похожих очень на стоматологические боры, шарики. Вот, мы убираем верхнюю шапочку, дальше проходим более тонким бором вглубь пластинки, достигая кончика твердой стержневой мозоли. Обработка происходит без крови абсолютно. Мы ставим внутрь аппликацию с помощью кератолитика, так называемой мозольной настойки, которая доедает хвостик вот этой мозоли. На какое-то время устанавливаем корректирующую ортопедическую систему, это, как правило, мягкий пластырь, и пациент уходит домой. Если между пальчиками, вот здесь вот в мизинце видно, внутри мизинца, это говорит о том, что, скорее всего, поперечное плоскостопие присутствует, пациент ходит на мизинце.
Он во время обуви, когда одевает обувь, мизинчик уходит у него вниз. И во время ходьбы при микротравматике, постоянном давлении на одну и ту же точку, там косточка такая маленькая на мизинце есть, вот, она на самом деле держит тяжи мышечные и может очень просто сломаться и убраться. Вот на самом деле у любого человека, я скажу точно, у 80% пациентов нет этой косточки уже. Вот, и когда тяжь уходит, мизинец подходит вниз, и постоянное давление происходит. Здесь разделитель для пальцев я посоветую, ну и, конечно же, ортопедическую систему. Тут об этой ноге, кстати, очень много можно говорить, там еще, скорее всего, есть мозоли, вот. И вот та мозолька, которая самая верхняя, левая, это тоже от давления. Просто на внешнюю сторону пошло давление на стопе. Это ортопедия, абсолютно. Без ортопеда мы вообще никуда. Гиперкератоз, пяточная зона. Говорит, скорее всего, о том, что есть какая-то проблема с позвоночником у пациента. Наши пятки страдают всегда, когда у нас есть протрузии, а может быть и грыжи даже на позвоночнике. Если специалист в кабинете подолог видит такую историю, всегда нужно задать вопрос. Что-то у вас, наверное, происходит с позвоночником. Скорее всего, 80% случаев пациент скажет, да, так и есть. Что здесь я сделаю? Я очень люблю работать с кожей. Кожа очень благодарна, отвечает очень быстро, не так, как ногти. С ногтями до года, а вот, например, микоз кожи, можно избавиться от микоза месяца за 2-3. Вот. Чистка аппаратная, сухая, пяточной зоны. Небольшой гиперкератоз, больше такой сухой, как пыль. И назначаем средства в составе, который мочевина. Вот, направляем к остеопату, возможно, к ортопеду, да, травматологу, который посмотрит позвоночник, возможно, грыжи какие-то, протрузии, сделает УЗИ или рентген, да, скорее. И здесь можно использовать индивидуальные стельки, которые немного приподнимут пяточку, будут такие, как чашечки держать. Да, тут хороший сразу результат с первого дня вот такой. Да. Круто. Это сразу, но главное сохранить это все дело. Да, главное потом действительно использовать правильный домашний уход. Успешно все получается, да, на самом деле, если пациент домашний уход соблюдает. Никаких манипуляций там космических мы не предлагаем. Угу. Так, следующее показание – это диабетическая стопа. Да. Но мы уже обсуждали, что вот даже те патологии, которые я показывала, там, например, кровь онихомикоза, был изначально диабет, да, то есть это тоже можно причислить к диабетической стопе, это вообще очень особенный пациент. Да, на периферическом уровне ноги и так у нас находятся далеко от сердца, да, и мало кровоснабжаются. У людей, страдающих сахарным диабетом, трофические изменения зачастую присущи. И получаются язвы трофического характера в тех местах, где есть изменения стопы. Если копнуть глубже и рассматривать стопу диабетика, там с мышцами происходят тоже изменения и потеря чувствительности диабетика. Он может не понять, что он вообще наступил на какой-то предмет и поранился. Да, ангиопатия. Okay. Там очень много-много всяких изменений. Поэтому диабетик всегда у нас на приеме. Расплющенность стопы за счет изменения паралича определенного мышца, атрофии так называемой, дают нам давление на определенные участки. Вот сейчас на фотографии показано постоянные, да, зоны мозолей, то есть утвержденные, которые есть у диабетиков в основном, зоны риска, скажем так. Это действительно большой палец, плюсневые фаланговые участок, второй, третий, четвертый фаланги стопы, еще мизинец страдает. А когда происходит уже атрофия полностью кожных покровов, и страдает в основном четвертый палец страдает, начинается отмирание ткани некроза, так называемое. Поэтому я всегда говорю, родственники, осматривайте стопу диабетика. У нас в практике с немцами были случаи, что человек приходил с гвоздем в пятке.
действительно не чувствовал, с иголкой, ну там какой-то шипчик такой торчал, он не чувствовал, начинается загноение, тройка не дает такого затяжения раны, защиты, кровь так не свертывается, как у обычного человека, происходит гниение, некрозы ткани, разрушение, трофическая язва. Разными способами здесь можно ее лечить. Есть язва трофическая ортопедического характера, а есть язва трофическая флебологического характера. Здесь либо доктор-флеболог должен с вами быть, и изменением кровоснабжения он поможет залечить, это лежачий режим в основном, либо это ортопедия. В таких случаях в Германии есть большие-большие сапожные мастерские, которые делают обувь, причем очень красивую ортопедическую обувь для диабетиков, где внутри в колодке дырка, и пациент одевает, и давление на эту зону не происходит. Вот такие вот вещи. Диабетик очень интересный, с ним надо работать очень аккуратно. Ни в коем случае не ранить при педикюре. Здесь работа ведется дольше, аккуратнее, но педикюр дороже. А вообще, чем отличается медицинский педикюр от обычного педикюра в салоне красоты? Моя любимая тема, на самом деле. Когда я вижу пациента у себя на приеме после мастера-эстетиста, я вижу не ногти, я вижу модель для окрашивания ногтей, где выпилены боковые валики иголкой, да, очень любят такие тоненькие предметы, фрезы мастера эстетического педикюра, не потому что они что-то неправильно делают, потому что это их протокол работы. Они так обучены, им так нужно сделать модель. Они вычищают пятки максимально до розовой кожи, да? Они убирают с помощью кератолитиков и кислот максимально кожный покров. Что делаем мы? Мы относимся к ногтевому аппарату как к органу. Я всегда говорю, когда обучение провожу, что орган, ноготь, он как глаз, у него есть веки. Это два боковых валика. У него есть кутикула, которая защищает от попадания условно-патогенной микрофлоры. И у нее есть птеригиум, который также защищает со стороны дистальной наш ноготь о том, чтобы не попала туда никакая флора. Когда мы начинаем копать иголкой все это дело, мы убираем синусы, это тончайшие пленки, которые содержатся в боковых валиках, и выковыриваем их, и ноготь начинает гулять. То же самое, как мы вырвем веки у глаза, и глаз у нас вывалится. Здесь такая же история происходит у ногтевого аппарата. Вырвали синусы, флору запустили, ноготь как хочешь гуляет. Здесь два факта происходят. Присоединение микрофлоры, у них имикоз, и плюс еще вросший ноготь к тому же. Вот. Мы стараемся работать только со свободным краем. Убираем только ороговевшую часть кутикулы, очень аккуратно. Сохраняя ногтевой аппарат. Если ему недостаточно, мы его доращиваем. Да? Что с пятками происходит? Почему аппаратный педикюр дольше держится, чем такой классическим способом с помощью пилки? Потому что мы работаем только с эпидермисом. Три слоя кожи существуют. В дерму мы не лезем. До розовой кожи мы не доходим абсолютно. Мы работаем только с эпидермисом. Если ко мне пришли грубые пятки, я никогда в жизни никогда не вычищу эти пятки до розовой кожи. Мы будем убирать за два приема такую историю, во-первых. Во-вторых, мы должны понять, от чего же этот гиперкератоз образовался. Возможно, это микоз кожи, возможно, это давление. То есть мы помимо того, что работаем и даем далее длительный эффект нашего педикюра, и пациент может ходить один раз в 4-5-6 недель к нам, не чаще, не дергает. Плюс мы даем терапию хорошую, качественную на домашний уход и работаем со средствами, основанными на поташе, которые делали, изготавливали и придумывали фармацевты, да, хорошие немцы, которые знали, что надо дать человеку для долгой защиты. Да. И плюс еще ко всему мы ортопедического характера предлагаем работу и восстанавливаем ногтевой аппарат. Мы возвращаем настоящее здоровье и красоту природную ногтям, а не эстетическую. Мастера-эстетисты классные. На самом деле я всегда удивляюсь, как так проворно, здорово они работают этими пилками. Я не умею красить ногти,
но они делают это феноменально. И я всегда говорю, когда меня просят, вы накрасите нам ногти, пожалуйста, в кабинете. Да не получится на наш медицинский педикюр накрасить ногти, ну не получится. А, Юлия Викторовна, а вы говорите, что сейчас вообще в принципе тренд? Natural nails. Очень круто, очень круто. Поэтому, да, все сейчас с натуральными ногтями и... Карантин нам в помощь пришел. О, да, лучше и красивее естественных цветов. Согласна, согласна. Так. Вообще модно очень сейчас быть здоровым, поэтому... Да. А, Юлия Викторовна, вопрос по деформации. Угу. Вы уже сказали, что часто вы работаете совместно с ортопедами, с остеопатами. Вот здесь проблема, да, халюс вальгус. Вот немного подробнее об этом, и уже перейдем к вопросам. Халюс вальгусная деформация – это бурсит, воспалительный процесс на косточке первого пальца стопы. Также присутствует часто совместно с этой проблемой варгусная деформация стопы. Это такая же история на мизинцах. Вот. Да, это ортопедический завал стопы здесь. Плантограф тоже изменение точек соприкосновения неправильно, там, где может образовываться гиперкератоз, здесь можно все понять. Как же очень часто обращаются, на самом деле, вы нам косточку вылечите? Не вылечу. Косточку вылечит только хирург, восстановит ваши стопы обратно, да, соберет их заново и оденет на вас ботинки, в которых вы будете месяцев 7 ходить, с болями еще недели, месяца 2 после операции. Плюс ко всему болевые ощущения, это я просто стереотип сейчас развеюсь, действительно, по поводу операции. У меня очень много хирургов, оперирующих друзей, вот. Дальше происходит от погодных явлений неприятные ощущения очень часто, да. Я всегда говорю, дорогие мои, сохраните, пожалуйста, свой сустав. Пусть он сейчас вот такой шишкой. Давайте попробуем этот сустав при помощи кинезиотейпирования. Наверняка знают многие все вот эти цветные пластыри разные, да. Мы мышцы ими подтянем. Мы подтянем периферический уровень кровоснабжения кожи, немножко приподнимая кожный покров, первый слой ее. Вот. Давайте пересмотрим вашу обувь и померяем размер вашей ноги и размер вашей обуви, потому что точно скажу, что половина пациентов приходит с 39 размером, а он у них на самом деле даже 42 бывает такой. А потому что мы привыкли уже вот так вот ходить. И когда одеваем нормального размера обувь для нашей стопы, она становится нам велика. Давайте сделаем все манипуляции ортопедические, массажи, да? И тогда что произойдет? Тогда отек с бурсита на 50% уйдет с вашей подкожной клетчатки. Да? Он уйдет, и что сделается с косточкой? Косточка станет меньше в 2 раза. Круто. И тогда уже мы одеваем разделитель между пальцами. Это вот то, что на картинке. Да, ну вот то, что на картинке, не очень удобно. Почему? Потому что оно преет там внизу. Если заказать от компании Гиволь, они проталькованные все, вот с ними удобно ходить. Mm-hmm. А есть еще вообще разделитель, я прям обращу на это сейчас внимание особенное, вообще разделитель надо обязательно мерить. И глупо, если в ортопедических салонах не дают мерить. Они все открываются, они все дезинфицируются потом, но их надо обязательно давать. Потому что человек может элементарно даже натереть мозоль между пальцами при помощи их. И я всегда вижу, какой нужен. Я говорю, вам не надо большой, возьмите тоненький, как пластиночку. Разделители есть дневные и ночные. Дневные в обуви только носятся, дома не нужно совсем это одевать. Дома обязательно человек с плоскостопием должен ходить в тапочках. Скажу точно, 90% дома ходит босиком. В тапочках. Плюс ночной. Ортопедические тапочках. Нет, в обычных тапочках. Ну, чтобы была у них подошва. Не мягкая. Подошечка, чтобы была хотя бы. Я люблю, знаете, какие, чтобы там как деревянная пробковая такая внутри была подошва. Здесь она натуральная и дышит. Вот.
И ночной, вот есть тренажеры, видели, наверное, одеваются между пальчиками, натягиваются на пяточку, ложится человек спать. Как он работает? Нога расслабляется, мышцы расслабляются, и пальчик начинает оттягивать немножечко этот тренажер в сторону. Но от шишки это не избавляет. Не избавляет. Уберется отек. Очень круто работают тейпы. Вот уже не первый раз вижу, делаю тейпирование стопы при халюс-вальгусной деформации, отек уходит очень здорово. 10 человек, 10 дней человек с пластырями ходит, моется с ними, через 10 дней приходит, мы переделываем. И на стельки его в этот период времени ставим, и все вот отлично. Проблема в том, что девочки не готовы отказаться от модельной обуви. Да. Перед вами такой пациент сидит. Поэтому... Деле, да, очень интересно, Юлия Викторовна, спасибо большое, потому что когда пациент приходит просто на педикюр, ну даже клиент, да, в салон красоты, ему там никто не предоставит такую профессиональную, грамотную информацию и расклад, почему у него образуются натоптыши, трещины, да, ногти врастают. Вот. А причиной может быть как раз-таки деформация стопы. Часто. Поэтому круто, когда специалист может не только вам убрать внешние проявления, но и также провести вас, там, разобраться в причине, да, почему так происходит. Мы переходим тогда к вопросам. Вопрос, вот тут пишут тоже, давайте первый вопрос, про домашний уход, потому как есть, вот мы сейчас... Учили профессиональный уход, домашний уход, что вы порекомендуете? У нас, к сожалению, в клинике пока нету Гиволь, но, друзья, я анонсирую, мы работаем над тем, чтобы все-таки закупить этот бренд и обеспечить полный цикл пациенту, когда вы выходите с процедуры от подолога, вы имеете возможность сразу здесь и сейчас брать те баночки для домашнего ухода, которые вам нужны. Да, Юлия Викторовна? Домашний уход. Во-первых, убрать все железные пилки. Я вас умоляю, убрать. Ни к чему кожу рвать. Должна быть пилочка такая, как шкурка. Скорее всего, вот она есть у многих. С одной стороны более грубая, с другой стороны более мягкая. Если вы хотите ухаживать за пяткой, да, за кожей, за своей, ни в коем случае каждый день мы не чистим. Запомните одно золотое правило. Чем больше срезали, тем больше наросло. Один раз в неделю, во время душа, когда вы уже помылись, вы вылезаете из ванны, вытираете ножки свои полотенцем, и только тогда вы начинаете работать этой пилкой внутрь стопы. Не трем вот так вот постоянно, а трем в одну сторону. И потом закрепляем более легкой пилочкой. Наносим увлажняющий крем и ложимся спать. Время экспозиции крема, как правило, 3 минуты. Не нужно надевать носки. Намазали ножки 3 минуты, посидели, одели, легли. Что касается ногтей. Ногти стрижем только ровно. Ровный срез. Используем пилочку. На эту тему. Сейчас покажу. Используем пилочку. Да, вот, отлично. Вот посмотрите, где написано неправильно. Там пациент себе уже прям помог. Вот. Должен быть мягкий квадрат. То есть пилочкой в боковых валиках, вот с краю совсем, вы можете одно движение сделать. Чисто смахнуть этот острый уголок. И с другой стороны. Вот он красивый мягкий квадрат. Вот таким способом, как на картинке неправильно, получится такая история, что он растет в том месте, где вы постригли, ниже. Вы станете стричь еще глубже. Он растет еще там же, ниже. И дойдем до зоны кутикулы. Вот поэтому не усердствуйте дома. Кремаха. На руках такая же история? Ну, на руках можно, конечно, сделать модель красивых ногтей, да, если они тем более еще веерообразные. Вот. Но я всегда мастерам говорю, не выпиливайте вы до центра ногтя. Прям вот бывает, я вижу, что они аж отсюда форму делают, аж от середины. Но все равно должен быть свободный край только обрабатываться. А остальная часть держит, защищает ногтевой аппарат. Да. Юлия Викторовна, следующий вопрос. Можно ли вылечить от грибка без таблеток? Можно.
Но надо смотреть, что за микоз. Обязательно сначала анализ сдавайте. Очень много пациентов, которым нельзя таблетки. И мы лечим их так. Это дольше. Это просто длительнее, но можно. На чистку. Правильно? Да, мы приходим на чистку, местной терапии. Там постепенно, да, срезание идет. Да, чистим, чистим, чистим. Стричь не получится, лучше грибковые ногти пилить. А здесь мы счищаем, убираем нестабильный участок, капаем, капаем, капаем. Мы пишем целый список дома на домашний уход, ванночки, чистки. Можно, можно без системы, можно. Так, следующий вопрос. У меня много лет деформированный ноготь. Можно ли отрастить ноготь, чтобы он снова выглядел эстетично? Конечно, с помощью корректирующих систем. Нужно посмотреть вообще визуально, что происходит с ногтем. Для этого необходимо на консультацию попасть, да? И дальше уже мы решим, что с ним делать. Конечно, для этого мы и есть. Угу. Для того, чтобы сделать красивым его обратно. Угу. Да, так, а можно ли удалить мозоль без боли? Она и уберется без боли, естественно. Если это не бородавка, как правило, она болит при прикосновении, но в нашем случае, в патологии, абсолютно безоперационно, без нарушений целостности кожных покровов, и все очень безболезненно, терпимо абсолютно. Угу. Вопрос такой немножко общий, но тем не менее он есть. Как долго проходит лечение ногтей? От чего? Год примерно. Примерно год. В среднем. Чтобы сросло, да. Это примерно такой. Год, да, растет ногтевая, и вот как раз вот еще. Может, да. У меня трещины на пятках, хочу от них избавиться. Можете ли вы помочь? Ну, мне кажется, конечно, мы можем помочь. Вот, следующий вопрос интересный. Запах ног и сильное потоотделение. Как можно мне помочь избавиться от этой проблемы? И может ли подолог помочь? Подолог работает с гипергидрозом, естественно. Послушайте, если нет... Пот на самом деле не имеет цвета и запаха. Это естественный секрет нашего организма, да? И если пот запах, значит, есть бактерия. В первую очередь мы должны понять, что там происходит и запах, почему образовался, да. Вероятно, запах сопровождается гиперкератозом, да, на пятках, это что говорит о микозах кожи. Вот. И специально разработанный план лечения гипергидроза существует в кабинете патологии. Он включает в себя ванночки, средства, ежедневный уход. На протяжении всего дня вы работаете с гипергидрозом. Месяц интенсивной терапии, дальше уже просто одно средство в вашем арсенале. Да, мы работаем, мы любим, очень хорошие результаты с гипергидрозом у нас. А можно ли избавиться от грибка, если проблема... Не слышала окончания. Если проблема уже многолетняя. Многолетняя проблема. Очень часто обращаются пациенты, которые даже не помнят, когда это началось, когда произошло. Бабушки, приходящие на прием, говорят, ох, когда заработал на заводе, вот тогда и было. Сколько лет, непонятно. Можно и все лечится. Но нужно понять, микоз ли это. Потому что часто пациенты прибегают дома к терапии какой-то определенной, она не помогает абсолютно никак, а мы потом выясняем, что это псориаз или вообще сахарный диабет, или что-то случилось в организме внутри системы нервотического характера. Очень часто, кстати, и нерватика влияет на изменение ногтей. Это прям определенная тема, очень важная. Угу. Следующий вопрос. Раньше наращивала свой поврежденный ноготь, но проблема только усугубилась. Что такое протезирование? Для чего, в каких случаях применяется? Наращивание ногтей искусственным материалом также называется протезирование в нашей практике. Но оно используется, для этого используются материалы, в которых содержится в составе клотримазол. Он не дает вызвать синегнойные палочки зеленого такого цвета, да, он не дает разрушить ноготь, но учтите, что и один и тот компонент, и что в эстетике, что в патологии, он в любом случае вызовет мацерацию, влагу.
И когда протезирование происходит, мы даем средства по уходу под ногтевой пластиной. Я всегда пациента призываю к тому, чтобы 4 месяца, 3-4 походить без протеза, дать рост, двинуть с места ногтевой аппарат, а дальше уже мы, конечно, с удовольствием свободный край запротезируем более легкими, эластичными материалами. Вот это и есть протезирование. Материалы более мягкие. Что в ваших препаратах содержится клотримазол, да, против Да. препарат. Когда человек идет с этой проблемой просто в салон красоты, просто в салоне красоты их материалы содержат клотримазол или же нет? Нет, их с материалы содержат формальдегид, который помимо того, Да, что по... который Да, помимо поэтому... того, что сделают, да, даже хуже ногтевому ложе и попадение в организм неизбежно. Акрилаты очень вредят. Если человек раньше мог только на заводе, на каком-то вредном, получить вот такие вот вещи, то сейчас в кабинете эстетического, пожалуйста. Кто-то отреагирует, кто-то нет. Вот. Но если цветет после наращивания, скорее всего, флора подсела. Надо анализы сдать, посмотреть, что там. И подсушить. Так, а пустоты после ношения неудобной обуви на больших пальцах. Что это? И можно ли что-то сделать? Но это не что иное, как поперечное плоскостопие, давление соседнего пальца на первый палец, палец наездник, он так называемый. При постоянной микротравматике давление этого участка при ходьбе, когда фасция начинает двигаться в обуви, мы получаем микротравму. От этого происходит анахилизис. В первую очередь здесь нужно смотреть ортопедию. Возможно, невозможно, в 80% случаев поперечная, надо видеть ногу. Вот. И да, разделитель для пальцев, убрать анахилизис, исключить патогенную, условно-патогенную микрофлору, назначить подологические капли препараты и под наблюдением полгода примерно сращивание. Юлия Викторовна, вопрос. Расскажите об особенностях ногтевых пластин. Ну, я думаю, что мы много рассказали. Есть ли вам что добавить? Но особенно ногтевая пластина – это роговая субстанция, которая очень любит для себя вещества маслянистого характера. Если мы возьмем волосы и ногти, то они все любят масло. Если мы возьмем кожу, то здесь нужна вода, гидрокомплекс воды. Вот. Зону матрикса травмировать ни в коем случае нельзя, да, своими манипуляциями, как вы очень любите чисто почистить себе кутикулу, прошу вас этого не делать, повредите зону матрикса, один боженька будет решать, вырасти вашему ногтю потом или нет. И боковые валики. Будьте очень аккуратны, на маникюрах часто встречаются панарицы после работы мастеров, которые глубоко вторгаются в зону роста ногтя. Вот. Помните о том, что ноготь существует как защита для кончика нерва пальца, и он нам нужен обязательно. Если бы у нас не было ногтей, то мы бы ходили, простите, как с копытцами на краешках, все бы омозолело. Это главный орган, важный для нашего организма, и утверждение «давайте удалите мне все ногти, и мне будет легче жить» неправильное. Вот, эстетически красивый также внешний вид создает ногтевая пластина, ухоженная, да, на руках формируется примерно полгода, целиком срастает, на ногах 12 месяцев. Добиться строения природной красоты ногтей, ну, нельзя без ухода, вот, и обязательно нужно именно природную красоту ногтей соблюдать, содержать и даже после покрытия делать небольшие перерывы для того, чтобы хотя бы осмотреть ваши ногти, дать им подышать. Почему ногти рвутся как бумага? Недостаток витамина А и D, возможно. Уровень посмотреть нужно, УЗИ сделать щитовидной железы необходимо, да? Необходимо, что еще? Питание, увлажнение, постоянный контакт с химическими веществами.
возможно. Поэтому нужно понять, поговорить, именно консультация в данном случае нужна. Может быть, какой-то вид ониходистрофии, может быть, какое-то системное заболевание есть у человека. А может быть, это генетический характер, и ваша ногтевая пластина вот такая, на самом деле, и всегда такая была. И была у бабушки, у мамы, и у папы, у кого-то. Да? Нужно смотреть текстуру обязательно ногтевого. Ну, кстати, у меня на картинке здесь примерные причины, да, почему и как, но все-таки обращайтесь к специалистам. Я думаю, что специалист сможет, имея уже накопленный опыт, как-то более квалифицированно вас проконсультировать, чем вы сами найдете в интернете. Так, какие средства использовать, если пятки быстро загрубевают? Ну, здесь лучше прибегнуть к кремам с мочевиной, вот, и использовать такие крема ежедневно. Обязательно. Мочевина любит, чтобы ее использовали каждый день. Примерно процентов 15-25 мочевины в составе крема помогут вам убрать пяточки, убрать роговение на пятках, плюс еще ко всему чистки. Вот такие, как я вам говорила, один раз в неделю обязательно нужны. И с помощью мягкой пемзы, не стеклянной, не металлической, а именно с помощью пилочки, которая как наждачная бумага. На помытые ноги вы листили каждый день применения крема с мочевиной и, конечно, посмотреть, почему же такое давление происходит. Может быть, флора какая-то присоединилась. Всегда нужна консультация, всегда нужен осмотр обязательно. Даже онлайн-консультация хотя бы. Вот таким вот образом можно. У сына болезнь Рейно, очень сухая кожа. Сухая болезнь Рейно – это недостаток кровоснабжения, посинение кончиков. Скорее всего, присутствуют сопутствующие заболевания, которые системные, ревматоидные, возможно, заболевания. Вот. Здесь только не переохлаждаться, пожалуйста. Берегите ручки, они должны быть, и ножки, только в тепле. Это самое главное для вас совет. Вот. И после этого, конечно, увлажняющие крема с гидрокомплексом для рук. Вот и все, здесь ничего. Мне здесь травмировать ни в коем случае нельзя. Вот язвочки, которые очень долго будут заживать. Тепло, тепло, только тепло для вас. Да. Юлия Викторовна, как часто к вам обращаются с болезнью Рейно? Системной склеродермии. Синдром Рейно у пациентов, которые красную волчанку могут иметь, ревматоидные системные заболевания, редко. В основном это пациенты ревматолога. Ну да, в любом случае, если хотят уход, да, то лучше идти не в салон красоты, а за медицинским. Однозначно не в салон. Только к специалисту, который понимает не только, что такое ногти и кожа, но и что такое организм человека. Так, а с водяными маслами что делаете? С водяными ничего не делаем ни мы, ни вы. Вообще не выстригаем, не лопаем этот пузырь. Она должна, эта жидкость, сама прорваться. Если она прорвалась, мы делаем сухую повязочку. Все должно быть стерильно до мелочей, потому что, открывая такой пузырь, мы попадаем в дерму, и в дерме уже может попасться инфекция, все что угодно, сыры, мозоли, просто закрыть сухой повязкой, но не пластырем, только бинтиком. Так, подскажите, обувь с носком может ли спровоцировать брошенный ноготь? Конечно, 100%. Так, есть ли методы профилактики вросших ногтей? Ну, нужно посмотреть, если уже такая проблема происходила с вашими ногами, тогда необходимо, конечно, понять, почему, да? Профилактика, должны быть сухие ноги, да, старайтесь их не вымачивать, чтобы они там мацерированы не были внутри. Это должна быть
подходящая по размеру обувь с широким мысом, да, если давление происходит. Те же колготки и носки должны быть вашего размера однозначно. Это ортопедические необходимости. Если у вас было установлено в детстве плоскостопие, значит, ходите, пожалуйста, в стельках, как было назначено ортопедом, и делайте гимнастику, упражнения дома. Вот. Вот такие, в принципе, методы профилактики, но всегда все зависит от стопы. Я, например, вижу, когда делаю педикюр, что вот здесь может быть такая проблема. И говорю пациенту: носите, пожалуйста, разделитель. Наростами внутренняя мозоль на безымянном пальце или наросла, можно ли от них избавиться полностью, или она сразу будет появляться? От нее нужно избавиться за можно избавиться за 5 минут, на самом деле. А ортопедический дефект устранить необходимо, и тогда вы забудете о ней навсегда.